По имеющимся неофициальным данным, у нас в парламенте сейчас происходит поиск недостающих 7 голосов, чтобы зацепить 11-ю статью Конституции, чтобы изменить ее. Учитывая заинтересованность соседних государств, членов НАТО, я говорю, конечно, открыто о Румынии, могут найтись и деньги ради того, что сколько уже мы за эти годы пережили предательств в разных парламентах. Покупка, продажа этих голосов депутатами –